Сегодня в половине седьмого часа утра, то есть едва, на Уральские горы обрушился день рождения величайшего из вокалистов Фредди Меркури. В Копейске, а это значит в рубрике у наших южных соседей по горам, в районе перекрестка двух проспектов Коммунистического и Победы загорелся зеленый автобус «Нефас» 123 номера сообщением «Копейск-Челябинск». Он утром шел порожником на конечную копейско чтобы выехать в первый рейс. Но сделать это ему было не суждено. По дороге заполыхал моторный отсек, и автобус сгорел насовсем. Несмотря на усилия 10 огнеборцев и двух автоцистерн. Водителю удалось выскочить наружу до того, как Нефас полностью объялся пламенем и потому рулевой не пострадал. А поскольку он был в автобусе один, постольку, ну вы понимаете. Повредилось только бездушное железо. Почему загорелся двигатель, это установят эксперты. Пока все говорит о том, что ничто не предвещало. Автобусу было всего 6 лет. До пожара он прошел все плановые техосмотры, в том числе и сегодня утром, предрейсовый. И при осмотре никаких неисправностей не обнаружили. Тут как по классике. Либо что-то случилось, либо одно из двух. Согласитесь, пассажирам сегодня проперло. Если бы Нефас вспыхнул чуть попозже, уже на линии с живыми людьми на борту, не факт, что все успели бы выскочить из гиены Огненной. В Челябинском Миндор-Трансе в качестве оптимистической вишенки заявили, что в следующем году все автобусы на 123-м межгороде будут заменены новыми. Жители двух соседних городов, произрастающих в спинах-спине Челябинска и Копейска, облегченно выдохнули.